Всем огромный привет! Сегодня мы с вами посмотрим новинки в магазине Fix Price. Это город Ульяновск, проспект Нариманова, 75. А вы обязательно подписывайтесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. И спасибо за лайк! Вы только посмотрите, какая появилась красота. Это ведерко с крышкой, объем 6 литров. Стоит оно 149 рублей. И в наличии они есть еще розового цвета. Очень нежная расцветка, классная. Также есть контейнеры прозрачные с декором. Тоже очень красивые, стоят они 99 рублей. Есть контейнер с вкладкой внутри, он тоже с крышкой на защелках, так он выглядит. Стоимость его 200 рублей. Они есть разные, есть вот такие, с рисунком украшения. Вот цена. В продаже есть маленькие контейнеры с крышкой на защелках и с ручками. Они прозрачные, объем 600 литров, цена 55 рублей. Полка двухъярусная, сборно-разборная, она пластиковая, габаритные размеры 19,5 на 19,5 на 19,5, производитель город Тольятти, цена 77 рублей. Также есть корзинка хозяйственная, уника, 50 рублей. В продаже появились большие контейнеры-органайзеры для косметики и аксессуаров. Он с ручкой, и здесь огромное количество отдельных отделений для мелочевки. Цена 250 рублей. Покажу вам еще один вариант, он уже здесь с крышечкой. Внутри три отделения. Серия сама очень красивая, смотрится очень изящно. Тоже цена 250. Из этой же серии есть настольное зеркало на подставке. Оно двухстороннее, стоит 200 рублей. Палочки ватные, косметические, 200 штук в упаковке, цена 99. Есть также настольное зеркало, такое складное, в виде сердца. Оно тоже двухстороннее, с обратной стороны двукратное увеличение, цена 99, расцветка в ассортименте. Еще один вариант по 149 рублей, вроде бы такое же зеркало, но цена дороже. И есть еще вот такой вариант. Все они складные, цена также 149. Очень интересный дизайн расчесок для волос. Посмотрите, какие красивые они с зеркалом и с ручкой в виде рога единорога. Стоят они 149. В продаже есть наборы для окрашивания волос. Здесь три предмета, одна емкость и две кисти. Стоят эти наборы 77 рублей. Также есть гиалуроновый гель от Nivea. 24 часа увлажнения. Легкая текстура, быстро впитывается с гиалуроновой кислотой и огурцом. 100 мл стоит 200 рублей. Аквафлюид гиалуроновый для лица. Увлажнение и сияние с экстрактом огурца. Осветляет тон кожи, повышает эластичность. Фирма называется Флорисан, цена 77 рублей. Дезодорант антиперспирант Акс. 48 часов защиты, 149 рублей цена. Также есть криообертывание экспресс фигура, ментол, ламинирование. Подтянутый силуэт, упругие формы, гладкая кожа. Обладает ярко выраженным лимфодренажным эффектом, активно способствует уменьшению нежелательных объемов и формированию стройной подтянутой фигуры. Вот что. Так, на чистую кожу тело на 20-30 минут оставлять. Здесь 350 мл. Стоит он 149 рублей. И есть еще антицеллюлитный гель-активатор «Фитнес». Разогревающий эффект. Здесь 170 мл, цена 77. Новый гель для душа, тахини называется, так, от Palmolive. Здесь 250 мл, цена 149 рублей. Крем Хна в готовом виде, индийская, есть карамель и горький шоколад, цена 55 рублей. Новинка от Harpic, это дезинфицирующее средство для туалета, удаляет известковый налет и ржавчину, стоит 99 рублей. Есть также новинка от Sarti Home, это универсальный спрей для ванной, он с эвкалиптом, против налета и ржавчины, с распылителем, цена 55. Также есть спрей для кухни, универсальный, против жира, нагара и копоти, цена 55. И от Silly Bank есть антижир сияние, 99 рублей, и антиналет блеск, тоже 99 рублей. Мастер эффект для кухни. Эффективное средство против жира, нагара и других загрязнений с кухонных поверхностей. Тоже с распылителем флакон, цена 77. Санитол для кухни, удаляет нагар и стойкие загрязнения. Здесь 500 мл, флакон с распылителем, цена 55 рублей.
От Master Effect здесь есть еще и средства для ванны и душевых кабин. Плеск, чистота с распылителем, здесь 500 мл, цена 77 рублей. Бреф дачный. Свежесть надолго, устраняет неприятные запахи, оставляет приятный аромат и дезинфицирует. Цена 99 рублей. В ассортименте есть средства для стирки белья, это капсулы, есть Ариэль, Тайт, Лоск, Персил, все они по 199 рублей. Вы только посмотрите, какая прелесть, это светильники-ночники, они светодиодные, работают от батареек, стоят 99 рублей. И в ассортименте здесь есть вот такие декоративные таблички, декоративное панно. Здесь вот три варианта, грок, лимонад и сидр. Прикольная штучка, стоит она 99 рублей. Очень классные есть маленькие кошелечки, смотрите, с брелочком, свинка розовая. На молнии, они силиконовые, есть два варианта, даже три, вижу вот здесь вот еще голубой с киской. Они по 149 рублей. Еще один вариант маленьких кошелечков, они такие полупрозрачные, с мордочками, здесь тоже одно отделение. Для деток самое то, тоже на брелочке, есть они разные, цена также 149 рублей, вот тоже голубой классный. И есть вот такие тоже с мордочками, здесь тоже одно большое отделение, есть они в ассортименте. Здесь в наличии вот вижу три вида, свинка есть. Покажу вам, как он выглядит внутри, здесь два больших отделения, есть также отделение для карт, закрывается все на молнию. В огромном количестве здесь есть вот такие универсальные вешалки фигурные, они стоят 77 рублей и в наличии есть три цвета. Новая коробка складная, она с крышкой, с ручками. Размер 38 на 24 на 24, производитель Китай. Цена 199 рублей. Еще одна коробка складная, тоже с крышкой, размер 28 на 20 на 16, чуть поменьше размер, и стоит она 149 рублей. А еще в наличии есть вот такая полка складная, размер ее 30 на 20 сантиметров, в составе нержавеющей стали, полипропилен. В наличии есть два цвета, цена 99. Мини-боксы с тремя выдвижными ящиками. Очень классная вещь для мелочевки, стоят они 77. Также есть сушилка для обуви от влаги и запаха. Преимущество: не требует подключения к сети, не оказывает химического воздействия, не деформирует обувь в процессе эксплуатации и безопасно для домашних животных, он не токсичен. Стоит такая сушилка здесь в фикс-прайсе 99 рублей. Смотрите, какие есть классные контейнеры для хранения игрушек. Они с крышкой на защелках и с ручкой, объем 10 литров, цена 200 рублей. Очень яркий, а сам контейнер прозрачный. Есть также прозрачные контейнеры с декором и с крышкой тоже на защелке. Размер 22 на 16,5 на 14, цена 99 рублей. Подставка под обувь. В наличии есть три расцветки, стоит 55 рублей. Также есть дезодорант для обуви, стоп, с ароматом мяты, 55 рублей стоит. Есть еще один дезодорант для обуви, здесь уже с ароматом цитруса, цена такая же. И есть еще водоотталкивающая пропитка для кожи, замши и нубука, эффект зонта, стоит 77 рублей. Губка для обуви черная, защита от пыли и влаги. Стоит 25 рублей. Также есть крем для обуви, тоже черный, внутри имеется губка. Придает блеск для изделий из гладкой кожи. Стоит 25 рублей. Смотрите, какие появились сидушки. Размером 30 на 30 сантиметров. Такие плотненькие. В наличии есть несколько расцветок, стоят они 77. Также есть крючки для дверей и выдвижных шкафов. Покажу вам, как он выглядит. Выдерживает массу 5 кг. Это окрашенная сталь. Стоят они здесь 55 рублей. Подушка декоративная размером 40 на 40 сантиметров. Состав чехла 100% полиэстер, наполнитель тоже полиэстер. Изготовитель Ивановская область. Цена 199 рублей. В ассортименте здесь в наличии есть коврики впитывающие, кухонные, размер 38 на 50, цена 149. Мыльницы тоже в ассортименте, эти мыльницы пластиковые, но сделаны очень даже круто. По расцветке есть 4 варианта, цена 50. И щетка чистящая, вот такая.
классная. Тоже два цвета в наличии. Цена 55 рублей. Смотрите, какие появились универсальные корзинки. Тоже очень интересные. Корзина размером 31,5 на 15 на 13 в составе полипропилен. Изготовитель Китай. В наличии есть три цвета. Цена 99. А еще есть ящики для хранения. Они с крышками. Очень интересные. По 199. Объем 12 литров. На сегодня это все. Я очень надеюсь, что мой обзор вам понравился. Если понравился, обязательно ставьте лайк и подписывайтесь на канал, если еще до сих пор не подписаны. Увидимся мы с вами, как всегда, очень скоро. Всем пока-пока!